И всем хай! С вами Синёк, и сегодня мы продолжаем играть в Minecraft Java Edition. Давайте начнем. Пока мир прорабатывается, и в этой серии я бы хотел сделать склад. Склад – очень нужная вещь. Потому что, как думаете, где склад сделать? Вот хорошее место. Да, точно, хорошее место. Пойдет. У меня еще блоки остались. Еще блоки. Надеюсь, вам нравится видео такого типа, над которыми я тружусь, как, ну, так сказать, немножко. Вам приятно это смотреть, в принципе. Кажется, я нашел применение моей пластине. Ладно. Мне нужно еще несколько таких пластин сделать. Я не знаю, где мне брать это чертовое железо. Может, я куда-то сюда железо положил? Железо нет здесь. Железа нет. Энергорельсы. Я не понимаю, где тут железо чертовое. Но. О боже. Как это случилось? Факела мои. Вот так вот делаем. Так. Давайте поставим факел вот здесь вот. Вот так. В принципе, можно вот сюда вот покопаться. И будет все готово. Еще на один блок вверх, чтобы поместилось два сундука пока. Ну, пока что. Итак, мне надо нарубить дерево. Но сначала посплю. А теперь уже можно идти. Суть всего моего ролика в том, чтобы я сделал себе склад. Когда я сделаю его, ролик закончится, наверное. Я его уже достроил. Раз, два, три. Готово. Значит, осталось только поставить пару факелов вот здесь вот. Хотя нет. Нет.
Так, смотрите. Надо сделать сундуки. Чтобы их сделать, нам надо дерево. Это дерево у нас имеется. Сундук. Вот так вот. 7 сундуков можем сделать. Что мы, в принципе, сейчас сделали. И поставим их. Открываются. Ой. Сундуки закончились. Нет. Сундуки. Здесь вот у меня факелы будут стоять. Здесь я заберу. В общем, я почти выполнил свою цель. Я нет, я уже выполнил. Вот. Мой склад понемножку сделался. Я сюда могу перетащить булыжник. Ладно. Осталось только последнее дело на это видео. Взять вот это вот. Поставить вот сюда. И сложить теперь все вот сюда. И поставить здесь вот так вот. Сейчас, секундочку. Вот как-то так примерно. В общем, ребят, я, пожалуй, если вам понравился ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, и сейчас пойдут титры.